Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем награду и переходим. А куда мы переходим? Наверное, в магазин. Открываем бесплатно колоду, конечно же. О чем тут можно думать? И выпадает нам еще 5 бакинских сверху. Так, тут забрали награду. И пойдем теперь быстренько пробежимся по серии испытаний. Мы с тобой, кстати, уже на втором круге. Серия другая, и мы, наверное, все-таки рискнем пройти смятение из другого измерения полностью. От начала, ну как от начала? От того, что у нас осталось, и до самого финала, то есть до битвы с Крэнгом. Так, ну а пока у нас черепашки-ниндзя-оригиналы. Так, я думаю, что, наверное, рубануть не помешает Леонардо. Да, не забываем, что у него отложена смерть. Так, легко его не побить. Причем он берет провокацию, все дела. Ну, мы тоже тогда возьмем с тобой провокацию на Рафаэля. И посмотрим, кто кого тут перетягает. Смертельная волна, Лео упал, плюс сюрикены от Донателло. И все, ребята, все. Просто легко. Без каких-то суетливых там действий. Все сделали как надо. Ребята у меня молодцы. Ну что же, двигаемся дальше. Здесь заберем награду и смотрим. Нам нужно сразиться. Кстати, мы с тобой Макмана. 10 тысяч у нас... Маловато, конечно, мутагена, но мы сейчас будем с тобой прокачивать Макмана. И давай посмотрим. Нам нужно найти 3 геймпада. 3. Как всегда, будет тяжело, потому что, опять же, золотая, ребята, кромка. Это означает, что проблематично найти. Но, тем не менее, будем искать. Так, один мы геймпад нашли. Надо еще. Еще 2. Ага, и последний, пожалуйста, дайте нам. Последний геймпад мне нужен. Что вы там... Все, все, с геймпадами мы разобрались. Но это еще не все, ребята, потому что 10 ящиков с инструментами. Ящики выпадают довольно легко, поэтому... Куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь, я тебя спрашиваю. Второй ящик, третий, четвертый. Ну, сами видите, ребят, довольно легко выпадают. Пятый, шестой... Седьмой, восьмой, девятый, да? И последний, пожалуйста, дайте. Угу. Да ну, ты серьезно? Твою налево, мне буквально, ребят, один ящик не хватило найти. Печаль. Ну ладно, ничего с этим не поделаешь. Давай заберем здесь награды. И повысить уровень персонажа. Но я думаю, что не хватит у меня, по-моему, мутагена для Макмана. Да, тут нужно 18 тысяч, но это не беда, потому что у нас еще целая арена впереди. Да, ребята, испытания проходить не как... Хотя почему не будем? Надо проходить, нам же нужны жетоны, поэтому что-нибудь да придумаем. Но сначала всегда начинаем мы с арены, ребят, погнали. Как ты видишь, у нас Лига Сёгунов, одна звездочка. В принципе, нас не так уж и сильно сбросили. Так что давай попробуем дальше пробуститься чуть-чуть. Я просто ищу 15-20, вдруг дадут. Не хотят, да? 15-19 это якобы их не предел. Нет, все-таки я выпросил, выключил. Ну что, друзья мои, как ты видишь, 53 уровень против нас. Я, естественно, буду немножко хитрее, мудрее. Я не пойду прям вот на рожон. Я возьму вот того же самого Паукуса. С его массовой атакой, конечно же, с понижением меткости от его удара. Проверим. Так, меткость практически на всех, ребята, упала. Понижение меткости, но нам, видишь, в ответку хан делает понижение защиты. Так, мне не нравится Ванька. На нем никаких... Во! Теперь он не сможет применять свои супер-пупер там удары. Да что ты будешь делать? Ты посмотри. Ох, твою налево. Вот это, ребята, было... Вот это было подленько. Так, а что не надо? Твою налево, а. Вот, ребята, вот вам и показатель, почему я хотел как можно быстрее уничтожить. Ну, видишь, на нас тут дебаф повесили, поэтому Эйприл просто не успела. У него Эйприл почему-то быстрее, да? 53 уровень, у него Эйприл быстрее сработала, чем моя. Как такое может быть? Я не знаю, ребят. Так, ну я думаю, что Сплинтер уже не жилец. Хан этот
блин, я... мне что-то подсказывает, что мы еще, ребят, с вами сейчас кого-то потеряем. На одного паукуса, конечно, было, наверное, ребята, глупо полагаться. Так, минус сплинтер. Ты смотри, что он делает. Он даже паукуса очень даже сильно бомбит. Ну-ка. Окей. Да, тут будет тяжелая битва. Понимаешь, если он сейчас возьмет пулемет или еще что-нибудь, это будет плохо. Благо он не успел этого сделать. Нет, ребята, паукус, если брать его одного, то явно не в такой команде. Слабачков он не вытянул. Ну, вы сами все это видели прекрасно. То есть не получился идеальный, конечно, пробег. Хотел без потерь сделать, но, видимо, игра посчитала совсем по-другому. Да тут не игра виновата, тут виноват я, что сделал такую грубочайшую ошибку, доверился в паукуса. Ладно, Армагон, будь добр, исправь, пожалуйста, ситуацию. Ему достаточно сейчас просто один валун шмякнуть, ну и все эти ребята просто будут валяться отдыхать. Это предсказуемо. И так далее, у нас будет Леонардо, потом у нас будет Усаги, потом будет Супер Шреддер. И таких бойцов у нас очень много. Плюс Донателло тоже идет. В общем, в Лигу Мастеров, я думаю, мы сегодня вернемся. Откуда нас, в принципе, и скинули. Единственное, что я хочу получать достаточное количество кубков, они мне не дают. Они дают опять 15-19, и мне опять приходится вот ролить вот это все. Ну что, берем Бакстера Стокмана в этой ситуации в данный момент. Раз, два, три, четыре. И надеюсь, что Бакстер Стокман нас не поведет, в отличие от того же самого Паукуса. У Бакстера есть две атаки. Одна из них крутая, вторая добивающая. Но я думаю, что нам не надо бы даже. Хотя подожди. Ну. Так, а этот от постепенного дуплица, по идее, должен. Нет. Бибопчик его все-таки сам решил нокаутировать своим бокс-ударом, и поэтому, ребят, все нормально. Ну что ж, давай смотреть. Мы уже с тобой в Лиге Сегунов 2 звезды. Шикарно? Я считаю, что да. Так, теперь у нас уже должна быть планка не, по идее, не 15-20, ребята, а 15-21. Планка должна быть повышена. Но они что-то как-то вот... Нет, ребят, не хотят. Не хотят давать, ладно, фиг с ними. Берем здесь Дони. Раз, два, три, четыре. В принципе, Дони... Ну, у него сюрикены, массовая атака. На сотом уровне довольно неплохо бьет. Но здесь, видишь, тоже здесь есть такие бизоны, бивни, так скажем. Тот же самый Леонардо, который может захилять команду. Один упал. Так... Видишь, что он делает? Нам нужно вырубить в любом случае с тобой Лео в первую очередь. Есть. Лео вырубили, дальше беремся за Бакстера. Все. Естественно, лишаем их в первую очередь те, кто наносят массовые атаки. Это вот просто, ребята, запомните, это как первая буква в алфавите А. Здесь также выносим хиллеров, потом массовиков-затейников. Все. Там уже дальше потом, ну, естественно, если провокаторы есть, то, конечно же, ты не сможешь никого достать, пока не убьешь провокаторов, щитовиков. Так, ну что, 15-20, все-таки не хотят, да, давать мне? Я попробую, попробую, ребят, сейчас посмотрим. Вдруг все-таки получится выключить у них 15-21. Сейчас. Последнюю попыточку пробуем. Нет, так. Не хотят. Что ж такое-то, а? Так, Леонардо, давай. Берем тебя. Раз, два, три, четыре. Ну, с Леонардо, ребят, все понятно. Ему здесь тоже все легко и просто. Одной вертушки будет достаточно, я надеюсь. Да, конечно, хватит. Все. Это быстро у нас проход получается. То есть мы забомбили всех с одного удара и быстренько бежим дальше. Соответственно, получаем фул награду по кубкам.
46. Окей, 46-я позиция. Ну, не хотят. То ли целенаправленно меня здесь задерживают, я не знаю, с чем это связано. Раз, два, три, четыре. Они не хотят давать. Хотя, по идее, должны. Но, видишь, дело в том, что когда мы с тобой начинаем буститься, да, когда начинаем только вот первую самую серию с понедельника, и почему мы с тобой быстро получаем кубки? Потому что пока нет конкуренции. То есть все начинают только играть, соответственно, кубки тебе будут повышаться. Здесь же, здесь уже, ребята, все устаканилось, и поэтому не получится каждую, как говорится, каждый, через каждый поединок получать один кубок. Даже чтобы его получить, это очень проблема. Приходится 2-3 боя сделать, и то не факт, что тебя повысят в кубках. Тебя будут повышать в кубках, это если ты будешь переходить на следующий ранг в лиге. Тогда да. Ну что, давай попробуем еще разок. Вот, 16-21 мы с тобой получили. Здесь я возьму, наверное, Ванюшу. Этого более чем достаточно, чтобы разобраться. У него тоже две массовые атаки. Причем массовые атаки очень сильные. Одна из них гранатомет, вторая пулеметная дробь. И я думаю, что здесь вряд ли кто-то может устоять. Ну, если только Донателло. Но опять же, не факт. Потому что уровень 63, а у нас 100. Ты смотри-ка, выстояли. Причем и Бибоб даже выстоял. Да, немножко удивлен. Я, конечно, знал, что Доник, скорее всего, выстоит. Но чтобы Бибобчик. Ладно, будем иметь в виду. Так, друзья, Лига Сегунов, 3 звезды уже. Ха, круто, идем. Я тебе скажу, что очень круто продвигаемся. 16-21, здесь я возьму, наверное, Зека плюс... нет, плюс Железноголового. Не знаю, мне кажется, что их хватит. Зек со своими бомбочками, да, Железноголовый, естественно, со своими торпедами. И все должно, в принципе, получиться. Ну-ка, проверим. Эйприл и Мундагека получили хороший урон, а вот все остальные что-то не очень. А ну-ка, проверочка. Да ты посмотри. Сейчас кому-то сейчас будет больно. Лео, убили провокацию. Не лучший, конечно, вариант, но а что поделать. Так, вырубаем Рокстеди. Пробьешь? Mm-mm. А с огнемета? Замечательно, ну-ка, бросай щит. Но мы его, по крайней мере, хотя бы оглушили. Все, ребят, здесь мы справились. Здесь мы справились, это очень круто. Ну что же, двигаемся дальше потихонечку. 75-я позиция. Просто круто. Так, ребят, 16-21. Я даже не буду ролить, потому что это бесполезно. Наверное, не дадут 16-22. Ни в какую. Не дают. Ладно, возьмем так, так, так. И вот так. Еще вот так. Наверное, провокацию я возьму здесь. Плюс баф от Криса Брэдфорда. Правда, контратаку он не повесил. А этот вот зачем он делает? Объясни мне. Я не знаю, зачем он это все делает. Там ни у кого ничего не было, а он очищение вешает. Ну-ка, ураганчик. Хорош. А так, если... изи. Ну давай, давай, быстрее. Так, ребят, ну что тут? Какая, 50-я, надеюсь, нам светит позиция, да? 54-я, окей. 16-21. Так и не хотят давать мне, да? Ну и ладно, ну и фиг с вами. Давай вот это, наверное, возьмем команду. Рафаэль, Майки... так, так. И вот так.
А тех уже придется разыгрывать, ребята, через супершреддера. Супершреддера придется брать, потом откатывать и доигрывать наших слабеньких бойцов. Ну-ка, кунай. Окей. Донни упал. Так, понижаем атаку. Да ладно, Лео, хорош. Ну, нейтрализатор. Так, массовая атака от Донни с своим кофем. Получил. И Лео тоже получил. Ну, прекрасно. Чё-то нос чешет, сейчас чихну, наверное, ребят. Зачесался нос. Так, ну что, переходим на какую? 30-е, да? Угу. Выбираем. Давай, наверное, вот эту вот возьмем команду. Так, ну что, Супер Шреддер, настала твоя череда. Как говорится, повоевать за всех и вытягивать всю остальную нашу команду слабачков. Естественно, вся надежда на него, и я думаю, что он справится со своими возложенными на него задачами. Как ты видишь, постепенно урон висит. То есть уже можно вообще не волноваться. Но Рафаэль все-таки решил добить их своими этими костяшками. Мы двигаемся дальше. Ну, откатывать будем, наверное, только Супер Шреддер. Пока. Пока будем только его откатывать. 16-22, шикарно. Так, берем Супер Шреддера. 67-68 уровень, ребят. Ну, уже, я вам скажу, Супер Шреддер, если не добьет постепенно уроном, если не повесит, то, возможно, будут печальные последствия. Возможно, не точно, но такой шанс может быть. Но, благо, все у него тут хорошо получилось. Он сделал пробивной очень даже классно. То есть все упали. Так, ну что, ребят, поздравляю нас. Мы вернулись в Лигу Мастеров. Одна звезда, попробуем дойти до двух звездочек сегодня. Я думаю, в принципе, все шансы есть. Уровень 65-й. Даже еще меньше, чем до этого был. Поэтому поехали. Берем Армагуна. Слушай, наверное, не хватит. По бойцам не хватит, ребят. Так-то все бы нормально, да, и по силе это. А вот именно бойцов недостаточно количество, чтобы нам перейти. Жаль, очень жаль. Ну, дойдем хотя бы до, приблизительно до двух звездочек. Фиг с ним. Тынц. Ты-ты-тыч. Ну что ты, майки. А что у него сзади? А, это рюкзачок у него сзади. Я думаю, что такое за приблуда там стоит. Так, с 83-го, я думаю, 60-е где-то, да? 62-е. Так, 62-й, ну нормально, я считаю. 17-23. Все, ребята, здесь уже, как ты видишь, 71-й пошел уровень. Соответственно, Шреддер уже здесь один справляться не будет. Конечно же, нужно ему брать помощь дополнительную, добивающую, даже так скажем. И уже вот с этой добивающей силой, конечно же, нам все будет по плечу. Видишь, да? Хотя переживать, в принципе, как бы и нечего, да? Вроде постепенно урон висит. Но это потому, что он повесил его. А если бы нет? Вот о чем речь. Поэтому перестраховка всегда должна быть. Так, где-то 50-е. Ух, даже 42-е. Даже 42-е. Ну давай мне 17-23. Возьмем так. Возьмем так. Слушай, а возможно, есть такая вероятность, что мы все-таки получим мастера 2 звезды. Я вот смотрю, боев еще 3 у нас впереди, и этого как раз будет достаточно. Так, двоечка сразу упала, боковая, да? Хоба. И все остальные тоже валяются в пыли. Смотрим. С 42-го места мы переходим на 20-е. То есть 22 ступеньки перепрыгнули, соответственно, значит, мы сейчас должны... Нет уж, давай 17-23. Не надо сейчас мне на попятную идти, вот. То есть, соответственно, если мы сейчас с тобой проходим этот поединок идеально, то мы оказываемся в Лиге Мастеров
Две звезды, я тебе скажу так. Хотя, знаешь, они же могут сделать, перекинуть нас всего лишь на пару ступенек. Они могут такое сделать. Как мы, да, с тобой тогда поединки проходим, они то одну, то две ступеньки дадут перепрыгнуть. Да что за бред? Как такое возможно? Не знаю, ребят, но вот рандом, он и есть рандом. Так, погнали. Смотрим, что у нас тут получится. Слушай, мастер две звезды. Четко. На 17.23. Хоп. Так, Лео, давай возвращайся. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще два поединка, ребят. Не считая вот этого, два поединка еще будет. То есть мы приблизимся к Лиге Мастеров Три Звезды, прикинь? Это на второй день, сегодня вторник. Кстати, друзья мои, женские, женщин, всех девушек, кто смотрит мой канал, всех вас с 8 марта. Как говорится, будьте красивы, любимы и всего вам самого наилучшего. Девочки вы наши, все, любим вас, уважаем, ценим. Я надеюсь, ребята присоединятся к моим пожеланиям. Так, ну что, а мы продолжаем. Так, 17.23. Ну, давай вот эту команду возьмем, в принципе. И вот так. Ну, по стандарту, короче. Раз, два, три. Поехали. Угу, стоят орлы, да? Стоят орлы. Ну, это уже все, ребят, это... фиаско, брат. Но если остается последний поединок. Смотрим сейчас, какое место мы здесь примерно занимаем. Я думаю, 60-е точно будет, да? 59-е, отлично. И, ребят, последний поединок на сегодня у нас получается. Берем, опять же, давай Армагушу возьмем, наверное, и Леонардо. Раз, два, три. Вот так вот. Без супершредера. Ну-ка. Я в шоке от Армагона. Это вообще, что он тут творит? Просто. Просто вырубает своими атаками всех непригодных нам, да? Ну, это был последний поединок. Смотрим, ребят, какая позиция у нас. Сороковая, прикинь, сороковая. То есть еще чуть-чуть и Лига 3 звезды. Так, ну что, я не знаю, ребята, испытания надо ли сейчас проходить или не надо. Давай вон день до не возьмем на разборку. Ой, погоди. Что-то мне вот это не нравится, тут слишком слабенько. А тут... вот, вот. Та самая, ребята, дружная команда, которая будет разносить практически всех. Ну, сколько тут максимальное количество у нас этих можно получить? Как называется? Жетоны. 50? Наверное, нам не стоит проходить все полностью события, потому что я его прохожу только ради жетонов. Я думаю, что вы догадались. Так что, наверное, до 5-6 ступени дойдем и все. Друзья мои, я не знаю, что нам делать, вот, чтобы быть на связи. Может быть, Дискорд открыть? Ну, как, Дискорд у меня есть, я имею в виду просто дать вам адреса. Я не знаю, как там сделать эти комнаты дополнительные. Там есть общение, чат и все там подобное. Напишите в комментах, пожалуйста. Как думаете? И тут, надеюсь, все знают, да, что монетизация на всех ютубах. Ну, как на всех? Именно у российских игроков монетизация отключена. То есть, ну... деньги не получает вообще ни за что, ни за рекламу, ничего. Просит на чисто своем энтузиазме. Но это, конечно, больше пострадают те, кто живет чисто на ютубе, на одном ютубе, у кого заработок идет чисто с него. У меня, как вы знаете, это чисто хобби. У меня есть основная работа, это мое как развлечение. Вот, но если вдруг что-то блокирнут, еще надо какие-то, ребята, планы придумать. Какой-то запасной аэродром, чтобы мы могли просто приземлиться
И, например, дальше общаться и дальше играть в наши замечательные, любимые игры. Так что пишите мне в предложении, если у вас какие-то есть идеи по этому поводу. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше. Так, тихо. Давай так вот сделаем. Ну, ребят, естественно, автобой. Ну, что я здесь буду сейчас сам что-то предпринимать, какие-то меры? Конечно, нет. 30 уровень они разберут сейчас на изи. Единственное, что после этого поединка я посмотрю, сколько нам там дадут, будут выдавать жетонов. И если 50 жетонов будет, уже все, можно на этом останавливаться. Нет смысла дальше продвигаться. ДНК нам не нужны, которые там выдают. А 50 жетонов мы можем здесь пофармить с тобой спокойненько, даже на этом этапе, если они, конечно же, будут. Конечно, вот заметь, которые вот недели идут, отличные, хорошие, да, вот, например, как вот прошлая неделя, позапрошлая. Но фарм вроде бы и дают, кто тебе нужен, но по фарму такой, ребята, так, 25, да, пока еще 25 жетонов. Такое идет, ну, как тебе сказать, ну, невезуха. Это еще хорошо, что я успел Крэнга себе, ребят, нафармить полностью. Вот это круто было. Ну, а с этими анимуталами, или как там, анималами, вообще ничего не получилось. Просто неделя пошла на смарку. Я пытался, там больше фейлов было, чем удачных попыток. Жаль, конечно. И вот теперь ищи и жди, когда будет действительно хорошая и отличная неделя, где нужно будет хотя бы хоть кого-то пофармить, а не просто вот так вот бегать. Кстати, мы по жетонам с тобой не посмотрели, у нас там что вообще происходит? Может быть, мы можем кого-то приобрести, хотя вряд ли. Так, а это у нас два брата-акробата, да? Трек и Гранитор. Да, вот они вдвоем. Меня вот это удивляет, они пришли побороться на руках, потом вдруг нас увидели и переключились. Как хочешь, так и понимай, да? Пришли они там армрестлингом позаниматься. Ну, мы для них такие клопы были мелкие вообще. Так, смотрим, сколько здесь у нас получается. Наверное, 30 кубков, скорее всего, да? Ой, 30 жетонов. 30 жетонов. А здесь, если, например... Ага, тут 30. И тут тоже 30. То есть везде по 30. То есть нет такого, что каждый эпизод будет тебе давать, например, по 5 жетонов. Такого здесь нету. 30, потом, наверное, вот после вот этого, когда мы пройдем, будет уже, наверное, 40. И в конце уже будет 50. Скорее всего, так оно работает. Но опять же, здесь видишь, какая штука получается. Мы там будем получать 50 жетонов, но мы там и будем тратить больше откатов. Понимаешь? И больше откатов тратим, еще не факт, что тебе выпадут именно жетоны. Поэтому, может быть, нам все-таки остановиться на 30. Здесь как бы будет некий такой баланс между жетонами и между телепортами. Понимаешь, да? То есть, как бы, вроде бы и не жалко потратить, например, 4 телепорта. Ну и фиг с ним, что ты не получил 30 жетонов. Но зато ты потратил меньше откатов. А там ты тратишь 10 телепортов. И еще не факт, что тебе выпадет 50 жетонов. Ну, я думаю, ты уловил суть, да? Так что, наверное, мы так и поступим. Давай-ка мы, наверное, вот так и сделаем. Ну что, попытаемся. Видишь? 3 телепорта. А там уже будет 10 телепортов. Погнали. Радарные маяки. Серебряные осколки. Книжка. Нейтрализатор. 30 жетонов. Еще 30 жетонов. Леонардо Космос. И последний — это 2 золотых осколка. Все, ребята. Пока получается, что все, больше нам ничего не остается. Единственное, что поднять уровень персонажа, и, конечно же, это будет Макмен. Получает он 79 уровень. Здесь нам не хватает одного чемодана. Пиццы до сих пор почему-то не хватает. Ладно, заберем награды все. Пиццы, да, с пиццей беда какая-то.
Ну что, ничего не поделаешь. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!